Привет всем, мы покажем, как по судьямте можно запечь сыр каменберг легко и просто. Включаем плиту на 4, четвертая штуфа. На аудиотерме один раз нажимаем на правую кнопку и выставляем программу мяса. Ждем звуковой сигнал. Духовка. По размеру крышки вырезали бумагу, кладем бумагу. Выкладываем сыр. Сыр замороженный, прямо с морозилки. Убираем в крышку. Переворачиваем плиту. Выключенную плиту переворачиваем. И 5 минут не будем включать. Сейчас сыр немножечко растает. Прошло 5 минут. Сырочки растаяли. Теперь мы включим плиту на одну полоску и выставим на аудиотерме время 3 минуты. 3 минуты. Прошло время, выключаем плиту на 0, аудиотерм выключаем. Сыр готов. Если вы будете делать сыр размороженный, то 5 минут на одну полоску достаточно. Такой камембер у нас получился.